В этой серии мемных обзоров вы узнаете, откуда момент. Давненько у нас не было мемов из аниме. Сюжет манфы разворачивается в альтернативном мире, где из-за разломов между вселенными люди вынуждены сражаться за свое выживание с монстрами, взамен получая силу. Главный герой манхвы Сон Джин Ву, охотник, имеющий слегка повышенную силу и регенерацию, также отправляется в рейды. И хотя он лузер и охотник Е-ранга, для того, чтобы оплатить медицинские счета матери, он сражается и дальше, несмотря на насмешки и осуждения со стороны окружающих. Сон Джин Ву отправляется в данж, который, как оказалось, имеет проход на другой уровень. И из-за своей алчности вместо подземелья ранга Д охотники столкнулись с монстрами Б уровня. Весь данж был заполнен таинственными статуями, во главе которых на троне сидел гигантский исполин. Здесь-то и происходит тот самый момент мема. Для выполнения требований уровня охотники должны преклониться перед статуей и отдать ей почести. Те, кто не делают этого, погибают. Далее активируются следующие более сложные испытания, в результате которых главный герой погибает. Однако на этом сюжет не заканчивается. Теперь по поводу шаблона. Сейчас его используют для того, чтобы описать орны, кринжовые и страшные ситуации. Вариативность мема зависит от вашего воображения. В целом, TikTok в последнее время радует нас большим разнообразием шаблонов, поэтому будем следить за дальнейшей ситуацией и эволюцией мемов. А для того, чтобы не пропустить мемные новости, подписывайся, не забудь про лайк, мем просвет на связи, пока!